Меня зовут Татьяна, я являюсь жительницей этого двора уже 30 лет. В этом дворе, да, очень бы хотелось, чтобы появилась детская площадка, потому что ее не было еще и в нашем детстве, так и в детстве моих детей тоже. Ну, вот только она начинает появляться. Я не знаю, какой-то возник, может, дух этот, такое вот детство как-то. Не знаю, но как-то лично мы как-то с удовольствием вот, ходим, смотрим на это. Ну, то есть, участие, конечно, не принимаем пока что, мало ли. Вот, но как-то такое как бы изменение существенное. Многие прохожие, когда проходят, все обращают внимание на это строительство. То есть с интересом рассматривают, ходят, смотрят. Поэтому я думаю, что использоваться оно будет именно в целевом назначении. Потому что родители в основном молодые, и если как-то скооперироваться либо сплотиться, то я думаю, что вероятно, что может это продолжится. Ну, со своими соседями как бы так неплохо общались, так вот, с 9-го дома, со 109-го, но есть немного что обсуждения идут бурные по поводу этой площадки. Вместе там по вечерам, когда приходим с работы, то есть идет общение, идет обсуждение площадки. Я слышала, что в 9-м доме есть неадекватные какие-то женщины, которые против, которые вечно ругаются со строителями, как я говорю, которых все вечно не устраивает. Ну, вероятно, потому что у них нет своих детей, это попадает.